Всем привет! Маленький заказик от Ифраше. Показываю распаковочку. Только сейчас получила. Заказывала по сентябрьскому бланку ушедшему благополучно, канувшему в лето, так скажем. Сделала я много заказов по нему. И напоследок сделала, наверное, 5 заказов. И, короче, выжил только один. Выжил один, представляете? Но он есть. Я и этому рада. Заказала вот таких вот ромашковых дезиков. Будем пробовать. Я пробовала голубые. Мне они очень нравятся. И клиенты довольны. В общем, в спеццене заказала, наверное, вот сколько на минималку они у меня тянули, столько и заказала. Получилось сколько? 4, 5, 6 штучек. Да. 6 ромашковых. Они без солей алюминия. Они натуральные, особенно подходят подросткам, тем, кто не любит с солями алюминия, да? Вот такая вот у меня пирамидка получается. Поэтому я вот, например, своему сыну такой дезодорант даю. У него сейчас в использовании голубенький. Клиенты тоже у меня берут своим детям, подросткам. И говорят, очень даже хорошо защищает и от запаха. Я не скажу, что он защищает от самого пота, да, вот этого вот пототечения. Нет, он именно запах убирает. Потому что он не закупоривает сальные железы, поэтому пот продолжает как бы работать, да, в своем режиме. Но это же тоже хорошо. Организм выделяется от ненужных ему веществ, поэтому выгоняет пот из организма, и это правильно. Но вот как бы блокирует неприятный запах. Мы вынуждены дезодорантами, и вот такой дезодорант очень даже хорошо в этом помогает. В общем, вы поняли мой посыл этого дезодоранта. Нам они нравятся из-за натуральности, из-за того, что они не блокируют сальные железы. Вот. Но, например, сравню вам, сейчас скажу, дезодорант от Сибирского здоровья, он тоже натуральный, тоже все не блокирует, но у него аромат специфический, так скажем, знаете, какой-то аромат соли. Он подходит и мужчинам, и женщинам. И хоть он и не блокирует потовые железы, но все равно пот почему-то начинает меньше вырабатываться, и это людям нравится. То есть он действительно работает прям лучше, чем дезодорант Ифраше, но он и стоит в 2 раза дороже. Он стоит 400 рублей. Но те, кто вот попробовал Сибирское здоровье, они вот прям довольны на все 100, что у них вот так вот работает дезодорант. Не знаю, с чем это связано, хотя там тоже нет никаких алюминиев, ничего там, у них все на каких-то там натуральных именно веществах вот придумали наши ученые. Очень хочется их похвалить, раз уж я заговорила про дезодоранта. Ну и в подарки мне дали Эвиденс 100 миллилитров женский и Эвиденс мужской. И сюрпризик вот такой вот маслица для волос. Я в заказах набивала разные подарки, но вот выжил вот этот заказ именно вот с такими подарками. У меня там были и зеленые моменты счастья, и, в общем, я уж не знала просто, какой подарок взять. Вроде бы все парфюмерные водички у меня есть, поэтому чисто вот так вот набивала наугад. Думаю, какой выживет, такой выживет. Вот парочка эвиденсов выжила. В принципе, у меня мужского эвиденса нет. Пусть будет. У меня есть клиент, который любит эту воду. Но вот на женский такой парфюм у меня клиентов мало. Он у меня особо не пользуется спросом, потому что этот аромат специфический, шипровый. Ландыш, роза, все в нем такое вот цветочное, весеннее, я бы сказала. Но зато он стойкий, он красивый, и те, кто его любит, действительно как бы его ценят. Женский пришел без слюды, мужской, как видите, мне повезло в слюде. Вот как-то так. Заказик был на минималочку. Так, сейчас покажу на 1503 рубля. Ну, в принципе, смысл показывать уже. Есть только Арктику.
попробую показать. Вот так вот у меня здесь. Как-то так. Ну и каталог с продукцией и фреши. Все, спасибо за внимание. Пишите, комментируйте, как вам дезодорант это фреши. Пробовали ли вы с ромашкой именно вот этот вот желтенький? Но я думаю, он мне понравится тоже. Я рада, что мне выслали этот маленький, крошечный, приятный по сумме заказик. Всем пока-пока!